входит. Мы с вами ее раскроем, посмотрим, что внутри. Достанем все это из коробки, настроим. Посмотрим, как это работает. Итак, внутренности. Кронштейн. Жидкость. Сменный пакет с жидкостью. Чуть дальше покажем, как жидкость выглядит. Собственно, сама установка. Инструкция очень понятная. Инструкция на русском языке. С красивыми картинками. Подробная. Все в порядке. Гарантийный лист. Сбоку два сменных аккумулятора съемных. И сама установка. Установка весит порядка 15 килограмм, чуть-чуть меньше, без крепежных элементов. Вот, собственно, в таком виде она к вам поступит. Что с ней делать? А, также еще один пакетик с крепежными элементами. Это для крепления кронштейна. Вот, наверное, в такой комплектации.